Иногда спрашивают, мы спасены по милости Божией или мы спасаемся личным подвигом. Я попробую пояснить это на примере. Представьте себе беспризорника, нищего и вора, которого усыновил царь. Он объявил его наследным принцем, представил придворным и послам иностранных держав. Даром ли спасен этот молодой человек? Ну, конечно, даром. Он ничего не мог бы предъявить царю за свое усыновление. Значит ли это, что ему не придется трудиться? О, ему еще как придется трудиться, потому что ему придется долго и упорно преодолевать все свои привычки беспризорного и вора и учиться быть наследным принцем. Для этого понадобится огромный труд и усилия. Таким образом, мы спасены, приняты Богом совершенно даром. Но раз мы спасены, это означает, что перед нами тяжелый и серьезный труд.